А знаете ли вы, как создать уют, теплоту и комфорт в вашем доме? Конечно же, в этом вам поможет плед. Но плед – это ведь не только покрывало для вашей кровати, это накидка для дивана, а еще это такая нежность, это такая мягкость, которая будет окутывать вас каждый вечер. Оль, вот ты знаешь, каждый вечер я ложусь посмотреть свой любимый сериал, почитать книжку, но с пледом я не расстаюсь. Ой, я так люблю эту необычайную мягкость и нежность Вэлсофта. Я тоже обожаю пледы, и у меня тоже их есть несколько дома. Настоятельно вам рекомендую, заказывайте. Этот плед называется «Изысканный сон», но у нас для вас есть три дизайна. Вы только посмотрите, за 999 рублей вы получаете полутораспальный размер, а есть у нас и двуспальный, и размер евро. Знакомимся, это чудесный шиповник. Посмотрите на расцветку, здесь у нас и бирюзовый, и голубой цвет, есть у нас такие и желтые вкрапления. Записывайте название, чудесный шиповник, вот именно эта расцветка пледа «Изысканный сон». Знаешь, Оль, согласись, как приятно, когда сразу есть несколько модификаций на выбор. А у нас их целых три. Представляем третий вариант. Это цветочный мотив. Здесь уже, знаешь, такие оттенки более такие сливовые, ягодные. Мне они очень нравятся. Да, ты знаешь, но мне нравится основной фон пудровая роза. Идеально подойдет для каждого интерьера. Это прекрасное дополнение. Вот, но у нас есть еще и третий вариант, да, который мы сейчас увидим. Также он идеально подойдет в каждый дом. Оля, ну цена, конечно, восхитительная. Цена потрясающая. Полутораспальный 999 рублей. Есть двухспальный, есть евро. Третий вариант. Третья расцветка у нас называется цветочный мотив. Записывайте, цветочный мотив, он более в бежевых, светлых оттенках, это самый светлый. Вкусный. Да. Очень... Делайте свой выбор, кстати, возьмите 2-3, это же шикарный подарок. Я только хотела сказать, у тебя сколько пледов? У меня 2. У тебя 2? Нам мало. А у меня целых 7. Вот берите пример с меня. Как? У меня 7, еще плюс у ребенка, потому что у меня есть плед, скажем так, на каждый случай жизни, для каждой комнаты. Пледов много не бывает, это ведь еще и великолепный подарок. Какая это нежность, а какая это мягкость. Вот только прикоснитесь, только почувствуйте эту необычайную нежность Вэлсофта. Ну, ты знаешь, вот японцы все-таки впереди планеты всей по технологии. Да. И это у нас японская технология, это импортные ткани, я хочу отметить. Да, и Вэлсофт, он действительно уникален. Уникален чем? Он очень мягкий, он очень нежный, но при этом он еще и износостойкий. Да ты что, да. Пушистенький, мягкий, нежный, теплый, износостойкий. Скажи, как он будет вести себя в уходе, сколько он нам прослужит? Ну, смотри, вот моему самому старенькому пледу из Вэлсофта уже 5,5 лет. Так, и как он? Да он великолепный. Он великолепный, потому что Вэлсофт, что очень важно, вот этот пушистый ворс, мягкий, пушистый, он не скатывается со временем. Так, это раз. Вылезать не будет? Не вылезает, потому что это уникальное трикотажное полотно. Также, Оль, он не линяет, он не деформируется, но это еще не все. Он прекрасно подходит даже для самых маленьких детей. Итак, записывайте название. Это плед «Изысканный сон». Забирайте его из прямого эфира сейчас. Все три цвета, еще раз напоминаю, вот этот бирюзовый с голубым оттенком, чудесный шиповник. Далее идет у нас бежевый цвет, называется цветочный мотив. А там, где у нас пудровые оттенки, вот, а более розовая пудровая основа, и это будет волшебная роза. За 999 рублей вы получаете полутораспальный, есть и евро, и двуспальный. Ты знаешь, Кать, полюбился этот плед, но он такой плотный, знаешь, бывают пледы, они жиденькие, а этот очень хороший, пушистенький. Оль, ты правильно подметила, да, очень хороший набивной ворс, потому что Вэлсофт также бывает разный, да, разный по плотности. Вот давай посмотрим, посмотри, насколько у нас идеальный, насколько у нас густой ворс. Посмотрите, даже цвет меняется. Это очень хорошо видно. Представляете, какой он мягкий, какой он нежный. Оль, ну я говорю, что этот плед идеально подойдет даже для самых маленьких детей. Ты знаешь, ну вот я для своей дочки выбираю только лучше. Это правильно. И у моей Ангелины плед из Вэлсофта появился, знаешь, сколько ей было? Сколько? Полугода. Даже так? Можно самым маленьким? Совсем маленьким я рекомендую, потому что Вэлсофт гипоаллергенен, безопасен и также он антибактериален, что очень важно.
Забирайте. Эта расцветка называется «Волшебная роза». Здесь пудровые оттенки, много розового. И он настолько буквально, вот знаешь, так и тянет, чтобы мы в него укутались, завернулись, свернулись калачиком у телевизора и согрелись. Плед приедет к вам за 999 рублей в полутораспальном размере. Есть у нас еще и разнообразие оттенков. А посмотрите, я вот так вот укуталась, посмотрите. Видите, это цветочный мотив. Посмотрите, насколько он хорош. И он очень плотный, пушистый. Я вообще чувствую себя, как будто бы я в шубке. Мягкая, приятная шубка для вас. Сделайте себе подарок. Итак, волшебная роза – это бежевый оттенок. Вот сейчас он на ваших экранах у нас лидирует. Олечка, но я как эксперт хочу отметить, конечно же, еще и качество. Пледы все равно достаточно мы часто стираем, но чем уникален WellSoft? Он не боится никаких стирок, не линяет, не деформируется, не дает усадку, что очень важно. Поэтому будет служить верой и правдой долгие годы. А какую температуру ты рекомендуешь? Оль, ты знаешь, WellSoft прекрасно стирается при деликатном режиме, 30 градусов, все очень легко отстирывается, что очень главное, а также плед очень быстро сохнет. И в чем еще его, Оль, преимущество? Ведь такой плед мы можем использовать с легкостью, как одеяло. О. Да, и главное, что WellSoft дарит нам сухое тепло. То есть нам комфортно в любое время года. Ну, летом же тоже, да, там вечерком, допустим, легли, укрылись, не будет жарко. Жарко не будет, у меня сын младший спит исключительно под пледом, да? И ни в какую не хочет спать под одеялом. Сделайте и вы свой правильный выбор. Вы посмотрите на эту расцветку, она называется «Чудесный шиповник». Есть полутораспальный плед, он стоит всего 999 рублей. Есть размер двуспальный, есть размер евро. Кладите в корзину заказа сразу все три цвета, ведь это шикарный, мягкий, пушистый вот подарок. Ты сейчас правильно сказала, прекрасный, шикарный подарок, рассказала про сына. Знаешь, какая история была у меня? Я купила буквально недавно новый плед, и он у меня лежал в гостиной. Ангелина наслаждалась этим пледом. Ночью легла спать. Представляешь, я просыпаюсь в 4 утра. Так. Захожу в гостиную и вижу, мой ребенок лежит на пледе в гостиной. Да она ушла ночью сонная из своей комнаты прямо в гостиную спать на новом пледике. Дети выбирают да? лучшее. Забирайте свой плед. Плед называется «Изысканный сон».